8 ноября на улице Чингарской дивизии загорелась однокомнатная квартира. В результате пожара было повреждено имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем. МЧС напоминает, 90% гибели людей на пожарах происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Не курите в постели, это смертельно опасно. Помимо себя, вы подвергаете риску своих родных и близких. Будьте осторожны в обращении с огнем. Не оставляйте без присмотра свечи, не выбрасывайте в урну непотушенные спички, не бросайте с балкона окурки и никогда не курите в постели. В случае пожара звоните 101 или 112. Девятого ноября огонь унес жизнь мужчины по улице Павлова. В этот день в службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о пожаре квартиры. Прибыв на место, спасатели обнаружили сильный дым, идущий из окна квартиры. Проведя разведку, пожарными на полу в горящей комнате был обнаружен и спасен 49-летний хозяин квартиры, который после осмотра с диагнозом термоингаляционная травма, ожоги, был доставлен в больницу. Причина пожара в квартире устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. МЧС напоминает, не курите в постели, это опасно. Телефоны службы спасения 101 или 112. Рано утром 9 ноября поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля «Мерседес 410» 1990 года выпуска, расположенного на улице Жукова. В результате пожара были повреждены моторный отсек, кабина и кузов автомобиля. Также пострадали два соседних гаража. Пострадавших в пожаре нет. Причина возгорания устанавливается. Основные версии – нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования, либо поджог. МЧС напоминает, проверяйте состояние электропроводки в домовладении. Не перегружайте электросеть, а уходя из дома, отключайте все электроприборы. В случае пожара – 101 или 112. О том, как происходят пожары по причине неосторожного обращения с огнем и к каким последствиям может привести непотушенная сигарета, рассказали работники Гомельского городского отдела ПЧС в рамках второго этапа акции «Не прожигай свою жизнь». Представители МЧС выступили в трудовых коллективах, организаций, предприятий, где не только рассказали о количестве пожаров в Гомеле, но и с помощью карты «Горящий окурок» показали, в каком районе произошло наибольшее количество пожаров по причине неосторожного обращения с огнем в текущем году. Кроме того, спасатели напомнили о правилах пользования первичными средствами пожаротушения, о действиях в случае пожара и установке автономного пожарного извещателя. На территории Гомеля стартовала новая информационная кампания под названием «Не жди белочку, туши окурок». Яркие билборды, запоминающиеся листовки уже разместились на стендах магазинов, почтовых ящиках, а также на прилавках по продаже алкогольной продукции. МЧС напоминает, соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае пожара звоните 101 или 112.